Store dele af Donetsk-regionen er ikke under regeringskontrol, og halvdelen af Donetsk er ikke under regeringskontrol. Kan du spørge hende, om hun mener, at det er en, hvordan skal jeg sige, en fair grænse? Er det der, den grænse, som hun jo et eller andet sted må mene, der bør være, skal være? Eller hvad tænker hun om det? Fordi at alle vi andre, vi har brug for, Нет, не вижу, но слышу. Меня не видишь? Не вижу. Kan vi ikke ellers starte, men du skal ikke yes, bare, du skal spørge dem, og du skal ikke tilføje dit eget lille. Okay, du kan lige sige til en, jeg kan ikke tilføje Vatislav, fordi han har ikke accepteret mit kald. Hvem er det? Jeg kan ikke... Наталья, пока если не может соединиться с другими... Владислава здесь. Владислав. Меня видят они? Да. Вы видите? Я не могу... Я не могу сказать, что он не может сказать, что он не может сказать, что он не может сказать. Если не может добавить себя в список и не может ему дозвониться. Он... Окей. Skal vi stille spørgsmål til ham? Ja, og måske kan vi lige få præsenteret, hvem er det, vi har fået med. Представьтесь, пожалуйста. Владислав Брик. Алло, вы нас слышите? Меня слышите? Как его зовут? Владислав. Владислав, Владислав, вы нас слышите? Вы меня слышите? Вы нас слышите? Да. Представьтесь, пожалуйста, вы кто? Владислав Брик, депутат парламента ДНР. Луганск? Донецкая Народная Республика. Сейчас, а в Донецкой Народной Республике вы кто? Депутат Народного парламента. Окей. Он сейчас вернется. Ага. Ну, вопрос был опять, значит, только небольшая, или там, только часть Донецкой и Луганской областей находятся под вашим контролем в настоящее время. Так вот, вы бы хотели сохранить эти границы, или вы считаете, границы должны быть другие? Мы считаем, что мы должны быть в границах Донбасса, в границах бывших областей. Донецкой и Луганской? Да, да. Я. Hier ist die Mine, die sich völlig hier Donetsk und Luhansk Region. Donetsk und Luhansk Region, ja. Was ist das Frage, wie die Frage? Aha, und каким образом вам это получить? Или... Я думаю, что это удастся нам получить дальнейшим дипломатическим путем. Не поняла, в дальнейшем? Дальнейшим или военным путем? Политическим и дипломатическим путем. Дирайна дефоди политическим. Менеге област Харьков, например. Как насчет Харькова? Харьков пусть решает самостоятельно свою судьбу. Получаете ли вы поддержку с Российской Федерации? Это вопрос нашего западноукраинского... Мы получаем поддержку Российской Федерации, гуманитарную помощь, медикаменты. Поскольку Украина устроила против нас блокаду, России ничего не оставалось делать, как нам помогать. Украина устроила против
українцям, тільки фулстенді ді регіони сам у нас сепаратиста, ді ді фо іге фюра фо сюнен одефо, ді се ви хат іге хафен. Ви кун фо сюнен гуманітарієн. Як насчет воєнної помощі? Милітарія. Воєнна помощь у нас є союзники, у нас є добровольці Росії. Российские. Регулярной армии у нас здесь нет российской. Регулярных подразделений никаких. Stille til dem, og så siger, men altså i dag, så der dør jo folk hver dag i øjeblikket. Og hvordan slutter det her? Altså hvad skal der til for Еспер говорит, мы знаем, что сейчас погибают люди каждый день. Что делать? Что делать? Мы находимся в рамках Минского процесса, поэтому у нас люди мирные погибают от обстрела украинских войск. Ну, мы стараемся их оттуда эвакуировать, но не все как бы соглашаются уезжать. Старики не уезжают, поэтому там проблемы. Типа все это фахандли это Минск аутеле. Мен украинские пропа ставят стуэму сивили фольк, типа все эвакуируя ди сивили фольк, типа сом уна скюни. Ян, я в эфире перезвоню. Все, окей. Мен, ты говоришь, что ты går in for Минск аутеле? Ja, selvfølgelig. Ja, det er bare dig, Helena. Ja, undskyld, Jesper. Вопрос. Вы все-таки придерживаетесь Минских соглашений? Мы придерживаемся, да, Минских соглашений, поскольку мы их подписали и продолжаем соблюдать договоренность. Это Диха, он скрывает Минское отель, а Дик вот это... Minsk-aftalen, så må de jo ikke udstede pas. Det gør de jo så. Og der skal de også være en del af Ukraine. Aha. Владислав. Ну, я не пойму, с кем мне разговаривать. Значит, по Минскому соглашению у вас нет права выписывать паспорта. Пас омия васеду. Я дискавер и Украину. Ага, и согласно Минскому соглашению вы должны быть частью Украины. Ну, а как себе представляют датчане, что люди, которые достигли 16 лет, люди, у которых просрочены паспорта, каким образом они должны легализироваться? Это по международному праву территория, которая находится сейчас под особым статусом, она имеет право выписывать собственные документы. Hensie et die ha intet Wald die Sue für die die Volk som opnuet 16 år die skal få pass. Ukraina usted ige ukrainsk pass. Plus die Volk som ha udløbet pass die skal også få ny pass nicht mehr. Ukraina giver hele new pass, og derfor de er nødt til at gøre det noget, og han siger, det er ifølge internationale... Ja, det var klart. Altså, når nu de bliver så dumme, når nu Rusland gør så meget for at hjælpe dem og for at støtte dem, hvorfor ønsker vi så ikke at del af den russiske funktion? Altså, hvorfor de mennesker taler? Вопрос, когда, в то время как Украина так плохо относится к вам, почему вы не хотите стать частью России? Россия вас поддерживает. Ну, почему мы не хотим? Мы стремимся к этому, но поскольку сейчас к России такое отношение в международном сообществе, это Россия принимает сейчас решение, включать нас к себе или нет. Вопрос некорректный, это вопрос не к нам. Jeg ved ikke, om skal vi sige tak til den her sidste spørgsmål? Всем привет, Данил. Спасибо. Спасибо. Браво.
Украине. Наташа, тут таких придурков тоже хватает. Спасибо, до свидания.